Здравствуйте! Эта лекция записана для библейского интернет-портала ekzeget.ru. Что такое Библия, знает каждый человек. Это откровение Бога людям. Но это не просто откровение. Библию мы часто называем еще не только священным писанием, но и священной историей. Это история богоизбранного народа Израилева. Но в Библии, особенно в самых первых главах и книгах, мы можем узнать и о прошлом всего человечества, о происхождении мира, о возникновении человека, об изгнании его из рая и о возникновении язычества. Вот давайте поговорим сегодня об этом, о вопросе возникновения различных религий, особенно языческих. Ведь этот вопрос многим не дает покоя. Очень многие не могут понять, почему Бог, дав откровение, не дал его так очевидно всем людям, ограничившись только одним народом израильским. Остальные люди остались во тьме невежества, поклоняясь многим богам, принося им жертвы, в том числе и человеческие. Почему существует язычество? Почему Бог не дает людям всем одно откровение? И как возникает язычество? Библия дает ответ и на эти вопросы. На первый вопрос ответ мы с вами уже давали в одной из наших бесед. Бог сотворил человека свободным. Человек должен сам прийти к истинной вере. Конечно, человек не может полностью открыть истину. Конечно, Бог помогает людям. Но, читая Ветхий Завет, мы видим, что, несмотря на то, что Бог дал истину еврейскому народу, этот народ не так уж и охотно веровал. Пророки постоянно упрекали свой народ, своих людей за то, что они постоянно уходят от истины, поклоняются новым тельцам золотым и другим идолам. Язычество оказывается очень и очень привлекательным, очень простым, гораздо более убедительным, чем истина, которую открыл вначале Аврааму, а затем и всему израильскому народу Бог. Почему? Во многом потому, что истина, открытая Богом еврейскому народу, оказалась сложной. Она требует от человека огромных усилий, не обещая при этой жизни плодов мгновенных. Это подвиг, это тяжелый путь, по которому может идти далеко не каждый. Хотя мы должны стать совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Эта заповедь дана была и Адаму, и Еве. Эта заповедь осталась и для нас. Ее говорит Иисус Христос. Язычество же оказывается более привлекательным, более простым, более, так сказать, земным, отвечающим нашим нуждам и, что очень важно, нашим грехам. Вот как об этом пишет в послании к римлянам, как раз тем самым язычникам, апостол Павел. В 1 главе, 21 и далее стихи. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Вот что такое язычество, когда человек служит твари вместо Творца. Почему человек стал служить твари вместо Творца? Ну, мы об этом уже немножко поговорили. Потому что это проще, понятнее, ближе. Но в этих словах апостола Павла мы видим и гораздо более глубокую и важную для современного ученого мысль о том, как вообще возникает религия. Мы живем с вами в мире, который во многом отошел от Бога, который пытается объяснить все естественными причинами, естественными законами, не прибегая к религиозным положениям и даже наоборот, считая религиозное положение вымыслом, уделом людей безграмотных, темных, невежественных, ленивых, в конце концов. Но почему возникает религия? Этот вопрос мучил ученых и философов, начиная с самых древних времен. Ответы на этот вопрос давались самые разные. То ли потому, что люди, ну, очевидно, для атеиста, человечество первоначально было безрелигиозным. Но если Бога нет, то сначала должно же быть состояние нормальное, чтобы потом перейти из этого нормального состояния, выдумав себе богов. Зачем и почему? Ну вот здесь как раз и ученые, философы, материалисты и выдвигали разные гипотезы. Самая известная и самая популярная гипотеза, выдвинутая французскими философами-просветителями Дени Дидро, Полем Гольбахом и другими. Эту гипотезу разделяют, я убежден, подавляющее большинство и современных атеистов. Религия, по мнению этих людей, возникла потому, что человек боится природы. Он не знает причины этих страшных явлений, которых он боится. И этим его страхом и невежеством пользуются обманщики. Вот три причины – страх, невежество и обман. Приходит обманщик, который ради своей собственной выгоды придумывает каких-нибудь богов, демонов, духов. Люди, не умеющие объяснить явления природы, поддаются на этот обман, а обманщик живет себе припеваючи, получая от обманутых им людей хорошие дивиденды. Ну, согласитесь, и в современном мире мы слышим от атеистов точно такие же обвинения. Однако интересный факт. Философы, материалисты, атеисты подвергли эту концепцию Гольбаха разрушающей критике. Почему? А потому что ведь очевидный факт. Религия существует везде. И существовала, ну, по крайней мере, если не всегда, мы не можем с полной убежденностью посмотреть во все уголки истории человечества, но в обозримом историческом прошлом ученые не находят нерелигиозных народов. Об этом еще писал римский философ Цицерон в первом веке до Рождества Христова, когда он писал, что самым лучшим доказательством существования богов, все-таки Цицерон – язычник, является абсолютная распространенность религии. Нет народа никакого, нет даже никакого звероподобного племени, пишет Цицерон, который не верил бы в существование богов. Пусть многие люди верят в богов неправильно, причиной тому предрассудки, но в существование божественного мира верят все. Вот эти предрассудки мы могли бы отнести на в адрес и самого Цицерона, он тоже верил, как мы понимаем, неправильно, но логика его вполне разумна. В существование божественного мира признают все. А если этот мир придумали обманщики, то нетрудно догадаться, что где-то обманщики появились, а где-то нет. Где-то обманщиков быстро раскусили, а где-то доверили им и живут в обмане до сих пор. Эта концепция французских просветителей, разрушается обычным наблюдением. По этой логике религии должны быть где-то возникнуть, а где-то нет. Но они есть везде. Поэтому последующие философы-материалисты стали предлагать теории, которые отвечают на этот важнейший вопрос. Человек должен сам нуждаться в религии, не просто быть доверчивым, таким вот наивным, готовым на любой обман. Нет, он сам должен нуждаться в религии. Так возникают концепции Августа Конта, французского философа, основателя позитивизма, концепция Фейербаха, немецкого философа, концепция Карла Маркса, который утверждает, что религия есть опиум народа. Не для народа, как очень многие говорят. Вот фразу «религия есть опиум для народа» мог бы сказать Поль Гольбах. Вот тот самый обманщик приносит этот опиум в виде религии человеку, и он послушно его, этот опиум, как бы покупает за какие-то блага, которые он жертвует этому обманщику. Нет. Маркс понимает, что это далеко неправильно. Человек должен сам нуждаться в религии. Религия, как пишет Маркс, это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Человек живет слишком плохо, слишком тяжело. Он задавлен и жестокой природой, и, что самое главное, жестокими отношениями между людьми. И тогда он придумывает сам себе такое успокоение. «Хорошо, как бы говорит себе раб, я помучаюсь несколько десятков лет, но зато я буду потом вечно наслаждаться. А ты, мой жестокий хозяин, радуйся несколько десятков лет. Зато потом ты вечно будешь страдать в аду». И согласимся, и жизнь становится легче. Легче переносить страдания, зная, что они закончатся. Вот такое самоуспокоение по мысли Карла Маркса. Известный австрийский врач, создатель психоанализа Зигмунд Фрейд вообще назвал религию разновидностью невроза. Нормальный человек не может поверить в существование того, что никто никогда не видел, никто не может это проверить, но это удобно. Это удобно чувствовать себя защищенным. Вот как ребенок прекрасно чувствовал себя в своем раннем детстве. Вот Фрейд как бы предлагает нам, вот вспомните себя в 4-5-летнем возрасте. Вот вы идете с папой и с мамой. Вы понимаете, что рядом с вами самые лучшие, самые любящие, которые смогут вас защитить от любых напастей. Абсолютный душевный комфорт, который потом с возрастом рассеивается. Но хочется испытывать этот комфорт. Хочется. И тогда человек придумывает себе небесного отца. Разумом он понимает, что это чушь, это невозможно. А вот бессознательно то самое чувство, уходящее в самое раннее детство, говорит ему, а вот хочется. И тогда возникает религия. Она неразумна. Она фактически является разновидностью некого невроза, по мысли Фрейда. Вот так размышляли различные философы в XIX, начале XX века. А наука? Сказала ли что-нибудь наука о том, как возникает религия? В XX веке вопрос из философской плоскости переходит в плоскость практических наблюдений. Ученые-этнографы обнаруживают различные народы, населяющие экваториальную Африку, Южную Америку, Папуа-Новую Гвинею, Австралию и Новую Зеландию, которые как бы отстали в своем историческом развитии. Они живут примерно на том же уровне, на каком жили цивилизованные сейчас европейцы несколько тысяч, а может быть и десятков тысяч лет назад. И потом возникает мысль, а если мы изучим быт, верование жителей Африки, индейцев Южной Америки, папуасов, аборигенов Австралии, может быть, мы узнаем и прошлое европейцев, китайцев, арабов, индусов и других просвещенных цивилизаций людей. Ученые снаряжают экспедиции. Вначале они, конечно, экспедиции малочисленны, они продолжаются несколько дней, и эти ученые приходят к мысли, что это примитивные люди. Они поклоняются каким-то пням, животным, тотемам, фетишам, и религия, скорее всего, возникает вот именно, опять же, из-за обожествления природных явлений. Однако в XX веке ученые начинают понимать, что для того, чтобы узнать о возникновении религии, нельзя приезжать на недельку. Ведь религия – это самое важное для человека. Не будет житель Африки или Южной Америки рассказывать чужеземцу, белому, которые еще недавно приезжали для того, чтобы их покорить, превратить в рабов, рассказывать о самом главном, о своих богах. И такие ученые приезжают на год, на два. Они живут вместе с этими людьми, трудятся вместе с ними, разделяют все их тяготы и радости. И когда эти аборигены, индейцы, негры видят в этом белом человеке друга, который не желает им зла, они открывают им свое самое главное, священное, свои религиозные взгляды. И тогда оказывается удивительно, оказывается, верование этих людей – очень глубокое, оно повсеместное, и оно удивительно, оно не отличается в глубине своей от места, где происходит исследование. Верование аборигенов Австралии, негров Центральной Африки, индейцев Южной Америки отличаются только лишь названиями богов, деталями культа. А в основе своей они все, оказываются, верят в одного Бога. Этот удивительный вывод делают различные ученые-этнографы. Владимир Кабо, русский исследователь, Мирча Элиаде, американский исследователь, Эванс Причард, английский профессор из Оксфорда, с разных сторон, изучая разные племена. Владимир Кабо изучал аборигенов Австралии, Эванс Причард изучал племена Южного Судана. Приходит к одному и тому же выводу. Религия существует везде, без религиозных народов нет, и в глубине своей все народы верят в единого Бога, сотворившего наш мир. Но это настолько непознаваемый, настолько великий Бог, что обращаться к Нему с просьбами абсолютно бессмысленно и нагло. Поэтому эти народы поклоняются тотемам, фетишам, то есть тем идолам, которые нас окружают. Оказывается, наука дает ответ на вопрос о возникновении религии совершенно другой, чем давали философы, материалисты, атеисты. Наука не говорит, как возникла религия. Она отвечает честно: мы не знаем. Потому что куда бы мы ни посмотрели, мы нигде не обнаруживаем ни одного безрелигиозного народа. Все народы религиозны. Все. При этом религия их в основе своей практически одинакова. Как так может быть? Известный немецкий ученый и одновременно католический священник Вильгельм Шмидт написал огромный труд о происхождении идеи Бога, где попытался соединить научные и библейские взгляды на вопрос о возникновении религии. И вместо традиционной схемы, принимаемой современным материалистом, что вначале человечество было атеистическим, затем оно придумало множество богов, стало поклоняться солнцу, земле, морю, различным зверям, деревьям, звездам и прочим-прочему, а потом, как бы философски осмысливая это, пришли к выводу о существовании одного Бога. Вот так рассуждает современный ученый-материалист. Такова схема возникновения религии. Вначале атеизм, затем политеизм, то есть язычество, многобожие, затем монотеизм. Но и политеизм, и монотеизм одинаково ошибочны, потому что они придуманы людьми. А Библия говорит совсем другое. Вначале был монотеизм. Вначале Адам и Ева имели абсолютно точное знание о Боге. И их дети, как мы знаем, Каин, Авель и другие дети, тоже также знали о существовании одного Бога. Почему люди стали поклоняться многим богам? Вот апостол Павел и объясняет. Они осуетились в умствовании своих, омрачилось несмысленно их сердце и так далее, и так далее. Трудно сохранить ту веру, которая была дана им. Вот, например, как размышляет известный английский, точнее шотландский философ Давид Юм, споря вот с такой библейской концепцией, что вначале был монотеизм, совершенная религия, а потом примитивный политеизм, примитивное язычество, а потом опять совершенная религия Христа, монотеизм. Юм приводит такое сравнение. Это также невозможно признать, как невозможно признать, что люди вначале жили в удобных дворцах, а затем переселились в землянки и холодные хижины. Логичнее наоборот. Вначале люди жили плохо, в простых хижинах, а потом придумали более удобные дома и, в конце концов, дворцы. Также и религия. Вначале политеизм, примитивный, глупый, а затем монотеизм. Вильгельм Шмидт, как ученый, открыв то, что в основе всех современных религий лежит все-таки вера в единого Бога, приходит к выводу, что эта вера, видимо, все-таки прошла через тысячелетия, сохранилась в памяти потомков. Поэтому логичнее, даже с точки зрения научной, утверждать, что вначале был все-таки монотеизм. Почему не прав Юм? А потому что религия, истинная религия, дана была людям как дар, как подарок. Они не сами ее создали. Да, невозможно представить себе человека, который вначале создаст какую-нибудь сложнейшую научную теорию, а потом опустится до примитивных арифметических вычислений. Если он находится в здравом уме и памяти, он будет возрастать в уме, создавать более сложные научные концепции. Но если человеку дадут сложную научную теорию как дар, ну, скажем, первокласснику дадут прочитать теорию относительности Эйнштейна, он что-нибудь в ней поймет? Нет. Единственное, что он поймет, там, может быть, некоторые слова, которые он сможет прочитать. Вот так же и люди, которые, имея знание о едином Боге, но не имея возможности понять, осмыслить и, самое главное, применить на деле, осуществить тот самый подвиг, который требует от нас Бог, стать совершенными, совершенными прежде всего в нравственном плане. Тогда люди, понимая, что все-таки Бог есть, в какой-то исторической памяти сохраняется у нас это знание, тем более, что человек сотворен по образу Божию, и в душе в нашей это знание тоже сохраняется на каком-то подсознательном уровне. Недаром мы часто цитируем Тертуллиана, его замечательную фразу «душа по природе христианка». Мы, христиане, это нормально, это естественно. Но понять, претворить на деле это – не то, что трудно, а зачастую бывает невозможно. Но понимание того, что Бог есть, заставляет человека искать Его. Где искать? Ну, где-то поближе. Вот как бы возникает у человека представление, ну, кто такой Бог? Ну, Бог, конечно, это нечто самое лучшее. Бог дает нам жизнь. А что дает нам жизнь? Один скажет, ну, наверное, солнце, от него тепло и свет. Другой скажет, нет, наверное, земля, от нее плоды. Третий скажет, нет, наверное, это море, если он живет на берегу. Море дает нам возможность и питаться, и передвигаться. Обожествляются земля, море, солнце, другие стихии. Люди начинают поклоняться твари, творению, вещам вместо Творца. Не обожествляют, точнее, нет, правильно. Вот материалисты часто говорят, что люди стали обожествлять явления природы. Но в этих словах заложено гораздо более глубокое содержание. Что значит обожествить? Обожествить значит принять за Бога. Невозможно обожествить, если у тебя нет в уме даже хотя бы смутного знания о Боге. Как часто мы, бывает, в нашей жизни, ну, принимаем одного человека за другого. Иду я по улице, вижу передо мной со спины, ну, мой одноклассник. Я подбегаю со спины, хлопаю: «Вася, привет, как я тебя давно не видел». Он оборачивается, я говорю: «Ой, извините, пожалуйста». Ну, понимаете, но 40 лет не видел своего одноклассника, поэтому ну, со спины вы очень похожи, обознался. Вот так и человек часто смотрит на солнце и думает, наверное, это Бог. А может быть, земля – это Бог. А может быть, море – это Бог. А может быть, еще звезды, небо. Мы постоянно ищем Бога. Мы знаем, что Он есть. Мы хотим Его найти. Находим в земных предметах. Поклоняемся, начинаем поклоняться твари вместо Творца. Но если человек все-таки обожествляет явление природы, то почему это происходит? Почему человек обожествляет? Именно потому, повторю я еще раз, потому что он убежден, что Бог есть. Он его ищет и хочет найти, и создает религию сам. Язычество происходит от слова древнеславянского слова «языцы», «народы». То есть это народная религия. Религия, которая создается самими людьми. Существование повсеместное, существование языческих религий показывает, и здесь Цицерон совершенно прав, абсолютную убежденность людей, что есть божественный мир. Есть какая-то тоска по его существованию. А истинная религия, истинное знание о Боге может быть дано только через откровение. Потому что Бога не видел никто никогда, читаем мы в Священном Писании. Невозможно знание о Боге, о Творце мира, который восходит, превосходит все наши земные представления, такое истинное знание о Боге не может быть создано человеком. Это может быть только путем откровения. Но и современная наука также показывает нам реальность религии, потому что желание познать Бога, желание верить в Бога заложено в сердце своем, в сердце человека. И человек всегда искал, ищет и будет искать Бога, ошибаясь, поклоняясь твари вместо Творца. Но если он откроет свое сердце истинному Богу, то тогда он познает и истинное откровение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.